Что я хочу вам сказать про биалурон? В чем вообще вся изюминка этого уникального... Ой, нарисуй мне кости, пожалуйста. Чего нарисуй? Кости. Сустав нарисуй. В чем вся изюминка? Вообще комбинация этого уникального состава была изобретена для лошадей. Лошади очень дорогое удовольствие. Особенно те, на которые вот эти беговые, те, которые, они очень, во-первых, дорогие и во всех уходах. И для того, чтобы сохранять вот этот вид очень ценных пород, искал ученый, как же все-таки сделать, зная биохимию всех этих суставов. Так вот, все суставы, у нас их 186 суставов в нашем организме, они устроены все одинаково, разные функции выполняют. Но во всех суставах есть определенное одинаковое устройство. Все они высланы хрящевыми поверхностями, и у всех есть суставные сумки, где находится жидкость. Суставная жидкость. И для того, чтобы он функционировал правильно, этот сустав, нужны два условия. Нужна гиалуроновая кислота, и нужен хондроитин. Но хондроитин – это кирпич, из которого будут вот эти клеточки восстанавливаться хряща. То есть это кирпичи. И хондроитин может функционировать правильно, когда он соединяется с серой. Хондроитин – сульфат. Это не химическое название, это его биологическая доступность. Когда есть кирпич и когда есть раствор, тогда все условия создаются. Гиалуроновая кислота, она у нас синтезируется в нашем организме. Но процесс биологического старения суставов начинается с 22 лет. В 22 года процесс начинает уменьшаться синтеза. И к 60 годам он приходит к 10%. Все. То есть, сами вы понимаете, какой аспект. Кому и для чего он нужен. И чтобы получить гиалуроновую кислоту из пищи, нереально получить ее из пищи, потому как, во-первых, для того, чтобы она прошла через барьер кишечника, гиалуроновая кислота очень крупная молекула. Она должна расщепиться, и уже в мелкой форме она может попасть током крови в нужное место. Идут колоссальные потери. Так вот, в биалуроне есть вот эти два составляющих вещества, но в чем вся картинка? Гиалуроновая кислота получена уже в форме биологической доступности. То есть вы, употребляя биалурон, не имеете потери гиалуроновой кислоты. Все эти гиалуроновые, я сейчас смотрю, как идет реклама по телевидению, гиалуроновая кислота в креме, гиалуроновая в мазе, гиалуроновая в таблетках, гиалуроновая все, потому что все прекрасно знают, что это раствор, который нужен для качественной работы сустава. И все композиции, которые были на рынке, почему мы сейчас просто вот, ну, не надо сильно ликовать и говорить, мы хотим еще лучше, у нас еще будет хорошо, замечательно, у нас будут еще формы. Но вот по этой системе, что происходит дальше? Представьте, 20 лет, это прям хороший фармакологический проект исследования. И в 2001 году, сначала собаки там и лошади все было, а в 2001 году появились добровольцы, спортсмены, футболисты, гимнасты и все остальные, которые начали принимать эту форму. В 100% результат. От улучшения до очень хорошего улучшения. Когда взяли этот биалурон и взяли, пометили, посмотрели его составляющее вещество, и определилось, что через этими изотопами через 15 минут начинается движение в полноценном объеме этой гиалуроновой кислоты по организму, через сутки 24 часа идет процесс накопления, через сутки он появляется в суставе,
Он по лимфатической системе идет, поэтому не может у вас быть эффекта на первый день, на второй. К концу первой недели у вас могут появляться какие-то симптомы чего-то изменения. Очень интересное заключение, что лица, у которых есть хоть какие-то остатки, миллиметры хряща, это четвертая стадия артроза развалившегося сустава, у них есть шансы на реабилитацию и на восстановление. Если это пятая, ну уже тогда менять сустав. Все. Все остальные случаи, они пойдут во времени. Но вы должны помнить, что гиалуроновая кислота, она находится в вас, она состоит в составляющей всего нашего организма. Это глазное яблоко. Были показаны исследования, что у людей с глаукомой в яблоке глазном отсутствует гиалуроновая кислота. Это все связочные, весь связочный аппарат, это позвоночники, суставы, это кожа. Сейчас самое модное направление в косметологии, омолаживающие мезотерапии и прочее все вещи, вводится гиалуронка под кожу. Но она вводится местно, в какое место надо, какое место запомнить, потому что когда пропадает, вот он, роговой слой, а под ним коллагеновые, эластичные, эластиновые волокна. И между ними гиалуроновая кислота. Если взять 6 литров воды и добавить 1 грамм гиалуроновой кислоты, представьте, 6 литров и 1 грамм, это все превратится в желеобразную массу. Представьте, что делает гиалуроновая кислота. Она содержит, держит воду. А представьте, теперь наложите всю нашу идею дезинтоксикации, нашу коралловую воду, плюс вот этот уникальный препарат. То есть вы создаете условия, базы удержания воды, правильной воды, еще наша вода, которая ни у кого этого нет. Ни у кого нет. И еще один важный момент. Вот Оля сказала, что хрящевая ткань. А здесь еще внутри сустава находится внутрисуставная жидкость. Это как смазка. Со временем количество ее снижается, и суставы работают в сухую. Когда начинаете принимать этот комплекс Белурон, то происходит задержка этой внутрисуставной жидкости. И эта внутрисуставная жидкость не уходит из суставов. То есть повышается смазка сустава, и сустав начинает мягко работать. Уходит всем известный скрип сустава. Те, кто начинает принимать, говорят, на 10-й день, я, говорит, перестал обращать внимание на свои суставы. То, говорит, иду так или присел, скрипит, а тут нет, ушел этот скрип. Вот за счет вот этих вот эффектов. И вот та гиалуроновая кислота, которая здесь образуется, она подвергается разным воздействиям. Вот тем шлакам, токсинам, всяческим вот этим инфекциям. Накапливается плохая гиалуроновая кислота, и когда вы начинаете принимать белурон, то неделю, одну неделю дайте, пожалуйста, на аккумуляцию. Потом были показаны, были проведены очень серьезные исследования, ну 20 лет, что на второй неделе начинается плохая кислота уменьшаться, появляется хорошая. И к концу пятой недели, происходит полное замещение хорошей на плохую, то есть плохая вытесняется, а здесь осуществляется синтез, запускается синтез вашей кислоты. Представьте, не было этого, не было. Сегодня это принадлежит компании, Международный коралловый клуб. До компании, до этих всех соглашений поставлялся это вещество, эта композиция в 35 стран мира. К нам пришло сейчас в этом году. Поэтому на курс 30 миллилитров натощак. Но я вам хочу сказать свой собственный результат. В январе месяце хорошую дала нагрузку на суставы. А еще поехали в Архангельск, самолеты, холодно, в Москву прилетели плюс 7 дождь. В Архангельск 27, 6 часов стоять в холоде, в морозе. Я прилетела в Одессу, я не могла ни одни туфли надеть, я не могла стоять, я была на порошках, потому что боль была серьезная, я была только в сапогах. И там были соревнования, повезло, муж был в команде, выиграл белурон. Хорошо отработал. И я уже в Одессе начала его принимать. Уже приехав домой и попав в Омск, это буквально там через неделю, а мы принимали
Мне кто-то сказал, я сейчас не могу найти концов, но мы его принимали по 30 мл 2 раза в день. Мне говорят, ты откуда такую схему взяла? Я говорю, ну мне в Одессе так сказали, я так начала принимать. То есть мы принимали усиленную дозу. 30 мл 2 раза в день. Но в Омске я стояла уже в туфлях. А неделю назад мы поехали в Шерегеш, и там я встала на коньки и на лыжи горные. На коньки и лыжи я не могла надеть туфли. То есть мне рассказывать не надо, что такое болит сустав, когда он отечный, когда искры из глаз, когда ты повернуться не можешь. И самое интересное, когда я сейчас связываюсь вот с теми, кто уже в теме, с москвичами, там вот эти привычные боли в позвоночниках, у кого грыжи, у кого там протрузия дисков и прочее, 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 ушли вот эти привычные боли, к которым люди привыкли. Ну и, конечно, кожа. Я сегодня слушала интересное сообщение косметолога, потому что, когда вы принимаете мезотерапию с помощью гиалуронки, я еще раз говорю, она действует местно. Вы можете заполнить область щек, область лба, у кого где что болит, да? Здесь мы получаем гиалурон в общей всей схеме, и хотим, и не хотим, у нас без инъекций. Начинается естественное состояние, ждем мы сейчас результаты по глазам и по сердцу, потому что вся соединительная ткань, клапаны, сердце, ну вы представляете. Поэтому позволить себе курс на 5 недель, взять и выпить вот это божественное вещество и себя оздоровить на фоне Coral Detox и Биалурона, ну можете себе это позволить. Можете себе это позволить, потому что проблемы, которые у нас связаны с нашим организмом, правильно, как говорят, биалурон только трупом противопоказаний нету. Переносимость прекраснейшая. Кому не нравится сладкое, разводите водичкой и выпивайте. Вообще просто потрясающая вещь. Я думаю, что еще впереди нас ждут очень серьезные вещи, но все, что касается вот данного продукта, и это просто, я говорю, ну Господь нас слышит и нам такие вещи присылает. А вкус какой? Ну сладкий сироп. Причем очень там вкусно. Самое интересное, там гиалуроновая кислота с хондроитином, витамин Е и сироп для того, чтобы она и вся задача это была, что именно вот этот сироп дает возможность для консервации и хорошего всасывания. Причем больным с сахарным диабетом, для них там всего одна хлебная единица. Не идет перебора по сахарам. То есть это вообще у них для всех, с профилактикой, особенно детям, которые спортом занимаются, особенно всем, кто, все, группы риска, которые есть, но и с целью профилактика, потому что знаете, что с 22 лет начинается старость. С 22 лет, вам уже здесь мало кому 20. Представьте, открыли рот и начали пить. Для того, чтобы потом травматологи... И по секрету вам скажу, самая коммерческая, самая сейчас раскрученная область. Тут опять видела программу Малышевой, как они рассказывают, как легкостью можно удалять суставы. Да вот ничего не ждите. А по стоимости я хочу сказать, были вот сейчас в Казахстане, народ повально сейчас в Германию ездит на инъекции гиалурона. Инъекция гиалурона в сустав стоит $1000. $1000 сустав. Замена сустава от 10 до 20 тысяч долларов. Ну, пожалуйста, у вас есть выбор. В интернете видела, вторая степень специально назначают смену суставов. Выгодно. А потому что это сейчас самое... Во-первых, я знаю кучу людей, которые удалили, у них куча проблем, потому что процесс-то не остановился, да? Вторая степень. Сегодня повально удаляют желчные пузыри, потому что это зачем нужно? Сейчас повально удаляют матки с яичниками, чтобы не рожали. А зачем? Ну все, и вопросов нет. Поэтому не просто вы задумайтесь о состоянии дела, куда вас ведут. Но вот на этой боевой радостной ноте я хочу вам сказать, что все у вас лучшее впереди, вы в хорошей компании, вы с хорошим прекрасным продуктом. Самое главное, начинайте действовать. Спасибо.